Здравствуйте! Вы на канале «Солнечный дворик». И с вами я, Елена Бородина. Закончилось мое второе инкубирование. Расскажу о результатах. Заложила я 70 яиц. Я уже снимала о том, что они у меня не поместились в один ряд. И я из пластиковых штучек сделала второй ряд и 6 яиц положила вторым рядом. В 15 дней у меня случилась проблема. Я забыла на проветривание на 3,5 часа яйца. Инкубатор был выключен, и 3,5 часа они лежали просто так. Я уже думала их выкинуть, потому что на яйце была температура 28, но все-таки решила оставить. Просветила, и там оказалось движение. Оставила я их и продолжила нормально такой же режим инкубирования. На 20-й день, я тоже вам уже снимала ролик, подошла проветривать. И, ой, чудо, я услышала писк и наклев. Несколько яиц были наклеваны. Я ожидала попозже вылуп, потому что был как бы недогрев у меня. Оказалось, раньше времени. Значит, опять мой инкубатор перегревает. Это сразу понятно, даже до 21 дня. Второй раз не доживают они у меня. На 20-й день у меня к вечеру вылупилось 9 штук. А вот внизу, как вы видите, у меня там грязно. У меня там постельно-разовая пеленочка. У меня лежало 15 яиц. Когда я положила в горизонтальное положение на 19-й день, у меня оказалось 6 дней оплода, я их выбросила, и 15 яиц пришлось положить на нижний уровень. Но 20 числа, когда вылупилось 9, я подумала, что все 15 не помещаются на верхнюю решетку, и ушла спать. Когда я утром в 5 часов встала, подошла к инкубатору, здесь была толпа цыплят, было вылуплено около 30 штук. Вверху так они бегали, так они прыгали, что один был задавлен. Всех живых я переложила в брудер. А когда стала смотреть в нижний ряд, то 2 цыпленка лежали в ванночках, утопленные. То есть еще потеряла плюс к 6 неоплодам еще 3 яйца. Сегодня 22-й день. Вчера был 21-й. Вчера все успешно вылуплялись в течение всего дня. На сегодняшнее утро оставалось 7 яиц. Когда я пришла утром к инкубатору, один все-таки только что вылупился. Полежал 2 часа, я переложила брудер и решила посмотреть на 6 яиц, которые остались. Потому что ни на одном наклева не было. Когда я взяла вот это первое яйцо, я удивилась, оно было прилепленное к сетке, там был как бы наклев, но оно прилепило к сетке, дальше наклев не продолжалось. Вот я его расковыряла, там уже нормальный цыпленок был, но мертвый. Потом я провоскопировала все яйца, движения ни в одном не было. Еще один я попыталась раскрыть, тут тоже сформировавшийся цыпленок. Но на каком дне они замерли, я не знаю. Поэтому, конечно, я считаю, что у меня неудачное инкубирование в этот раз было. Получилось, что из 70 яиц у меня бегает всего 45 цыплят. Вот мои цыплятки, которые уже бегают. Уже кушают корм, пьют водичку. Ой, надо им поменять. Как вы быстро какаете. По 2 раза в день не хватает менять. Вот они такие шустренькие. Так-т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 ак. Вот они бегают. Кушают корм.
вот одного самого последнего. Вот я его черненьким заметила. Это вот самый последний сегодня был выпившийся. Он еще сидит больше, но уже пьет. Будем наблюдать за тем, как они растут. Ну, хочу сделать вывод, даже 3,5 часа совершенно в прохладном месте. Дома было 22 градуса. Выжили. Неоплод был 6. Это оставалось 64 из 64. 3 трупика я не доглядела. Вот не вылупились, всего получается 6 яиц. Так что хорошо, что я не выкинула яйца на 15-й день. Всего доброго. Если вы не подписались, подписывайтесь на мой канал. С вами была я, Елена. До новых встреч!